Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Я хотел пару слов сказать по поводу книжки, которую мы тут пытаемся издать типографским путем. И это, ну, как бы мемуар такой, наша история эмиграции, там и про школу, и вообще про нашу жизнь. Вот 25 лет в эмиграции, вот примерно там покрыто. И вот нам обещали в конце этой недели, вот я сейчас с вами разговариваю, это вторник вечер. А вчера у меня был разговор с нашим издателем, и, значит, нам обещают до конца недели прислать пилотный экземпляр. Значит, детали там такие. Книжка получилась толстая. Там, не знаю, 800, что ли, страниц. Ну, что-то действительно такое толстое. И она будет нестандартного размера немножко. Вот, то есть она как бы будет побольше, чем вот обычные книжечки, которые стоят так рядышком на полке. Вот наша будет чуть-чуть больше. Мало того, из-за того, что она такая, ну, толстая, прошивка нитками, вот эта переплетка, я не знаю, как это правильно назвать, я не специалист, будет на расстоянии дюйма от корешка. Так они там на очень небольшом расстоянии это обычно делают, а тут вот будет целый дюйм. Вот они ее так прошьют, я уже не знаю, там, что из этого получится. Ну вот, это то, что мне сказали. Дальше получается такая штука, что вот эта машина, которая печатает, полиграфическая, она не берет файлы больше, чем определенного размера. То есть у них есть такое ограничение, там миллион ограничений, тонкостей и так далее. Поэтому графика, которая у нас там есть, и вот Ольга Скороход из Орегона, из Портленда, делала нам графику. Значит, там придется чего-то такое там, не знаю, делать с этой графикой, может быть, немножко. И там еще Ольга там делала такие красивые буквы, она их рисовала для каждой главки, там очень, очень здорово все это было. Вот, поэтому они с этим что-то собираются делать. Потом они шрифт немножко уменьшили, там вместо 12, там, который планировался, сделали 11, чтобы оно уместилось на меньше. Ну, в общем, я так долго выслушивал, значит, те жертвы, которые приходится принести ради искусства. И, соответственно, что сказать, у нас все-таки будет основная наша, с точки зрения читаемости, версия будет версия онлайновая, да, такая в виде файла, который Ольга нам оформит. Когда будет готов файл основной книги, мы отдадим ей его, и она уже дальше его оформит в таком виде, в каком, ну вот как художник видит эту вещь, без тех ограничений, которые полиграфия накладывает там и так далее. Поэтому, значит, у нас будет и такой вариант, и сякой вариант. Я думаю, что Ольга там достаточно быстро за несколько дней все это приведет в порядок, так чтобы можно уже было всем, кто хочет там почитать, значит, почитать. А тем, кто хочет там распечатанную книжку приобрести, она будет на Амазоне. Вот. И я даже не знаю, мне лично не очень хочется книжки высылать, вот этим торговлей заниматься. Я как бы совершенно не расположен на данный момент. Я не знаю, может быть, мы в какой-то момент скажем, что знаете что, если есть люди, которые хотят у нас ее приобрести, значит, надо прийти на почту, отправить там полсотни, там, потратить день там и так далее. Может быть, мы пойдем на это тоже. Вот. Я еще не знаю, сколько книжка будет стоить, когда ее надо будет печатать. Мне еще не дали цену. А цена зависит от тиража. И я-то думал, что я могу там 200 штук заказать, и мне больше не надо. Но меня как бы уговаривают, что мне понадобится больше, что я буду какие-то читательские там конференции, какие-то презентации делать, дарить их там, я не знаю, там с подписью. Я не знаю, сколько надо. Свет, вот ты не хочется. Света так говорит, я ничего не знаю про эту книгу, она головой так машет. Не знаю, я хотел 200 экземпляров, а на большее я не знаю, где их хранить. Честно, у меня складов нет, и гараж мой тоже не резиновый. В общем, такая вот история, друзья. Я последний такой апдейт. Вот когда появится пилотная книжечка, я жду с нетерпением, хотя где-то, может быть, и с ужасом. Но не важно. В общем, посмотрим, что придет. И тогда я вам ее прямо покажу. Как бы, поскольку я считаю, что это новость такая, ну, для нас важная, интересная, для нашего канала, для меня лично. Вот, так что мы
Ой. Так, через лежачего полицейского переехали. Так что, вот я считаю, что вот эта маленькая новость мной изложена во всех деталях. Спасибо за внимание.